Бог нам послал. Сыновей, дочерей нам хороших Он дал. Мы имеем родителей, мать и отца, что всю жизнь носят нас в своих добрых сердцах. Про семейство одно я хочу рассказать. Вместе с ними жила престарелая мать. Сын однажды ее в ресторан пригласил. У нее юбилей, мать свою он любил. Занавески и скатерти, все в кружевах, изобилие пища была на столах. И жена, и детишки на праздник пришли, ресторан подходящий по вкусу нашли. Ей уже 90, но светится взгляд, она с детьми живет, каждый в доме ей рад. Она немощна, слаба, ей помощь нужна. На ее голове уж давно седина. Сын заботливо нежно ее усадил, к дню рождения прекрасный букет подарил. Своей маме здоровья, добра пожелал. Вилку, ложку подал, пищу ей предлагал. Мама кушала и разливала еду. Ее руки дрожали, был суп на полу. Ложка падала с рук, но сын ей помогал. Чтоб она напилась, он стакан подержал. Он не нервничал даже, с любовью служил. Ее руки, лицо, не стесняясь, помыл. А потом от души мать свою он обнял. И у всех на глазах, не стыдясь, целовал. Он под руку повел престарелую мать, не пришлось ей под старость одной доживать. И невестка, и сын ее любят и чтут, и старушку в обиду свою не дают. Был окончен обед, все оставили зал. Вдруг какой-то к нему человек подбежал. Он взволнованный весь, торопясь, говорил: «Если б каждый из нас так, как вы, в мире жил, вы оставили добрый пример для людей, пусть же станет побольше счастливых людей». Мы прослушали только из жизни рассказ, но какой отпечаток на сердце у вас? Дорогие друзья, вы имеете мать. Никогда не спешите ее осуждать. Она жизнь посвятила, чтоб вырастить вас. А теперь послужить ей настал и ваш час. Иногда старики просто дома сидят, предлагают понянчить им дети внучат. И зачем им идти в ресторан? Скоро ночь. Они смогут по дому нам чем-то помочь. Как ненужные дома тихонько грустят, от тоски их сердечные раны болят. Ну а дети родные, так черствы душой, забывают свой дом, безучастный порой. Этот добрый пример пусть поможет и нам так оказывать честь матерям и отцам. Молодой человек, но с прекрасной душой, он оставил хороший пример за собой. Мать его научила быть добрым таким, и старался он быть постоянно святым. Там за ним наблюдал почти весь ресторан. Может, стоит об этом задуматься нам? Он вселил нам надежду, что стоит так жить, если б мы так могли свои семьи любить. Передать поколениям обязаны мы образец уважения, почтения, любви. Подражайте Христу. Так апостол сказал, быть Христом для Него с жизни всей идеал. Дай нам силы, Господь, в семьях так поступать, чтобы образ Христа для людей показать.